Четырехдневное путешествие по морскому побережью и местам воинской славы на квадроциклах отправились участники клуба «Сиев Мото» и АТВ «Анапа Клуб». Эта идея уже не нова. У нас есть цикл программ. Называется «Я там был экстрим вершин». И ребята уже путешествовали не в одном регионе. Это уже не первая программа. Они уже были в Геленджике, в Чечне. Но в Анапе такой заезд прошел впервые. Таким массовым заездом АТВ «Анапа Клуб» отпраздновали свое открытие. Его участники уже прониклись духом неоткрытых дорог, желанием познавать новое и неизвестное. Чтобы люди не сидели на диванах и перестали в одноклассниках сидеть, чтобы больше было жизни. Хватит сидеть, давайте путешествовать. 12 экипажей квадроциклов, профессионалы и новички, выехали из Анапы 18 марта. Любители активного отдыха посетили музей под открытым небом Атамань, косу Тузла, Патриаршие земли, Грязевой вулкан, затем переправились в Крым и побывали в городах Керчь и Судак. Двое суток преодолевали горы по 85 километров каждый день. Завершился пробег в Симферополе. Вместе с анапчанами путешествовали участники клуба из Москвы и Санкт-Петербурга. Просто есть способы там путешествовать на автомобилях, на поездах, пешком. Ну, в том числе внедорожная техника, квадроцикл позволяет за счет малых размеров и небольшого веса залазить в какие-то места, где там уже тропинки, то есть где джипы по габаритам не могут пройти. Квадроцикл позволяет доехать, подъехать, посмотреть. То есть думаешь о природе, о мироздании. Приходите сюда, говорите, хочу участвовать, пожалуйста, вы с нами. Любители квадротехники открыли новый сезон, а члены АТВ «Анапа Клуб» проложили свой первый маршрут к новым интересным событиям и новому качеству жизни – активной жизни.